открывать? Ну-ка, веди, веди. Ну, персиану не открыли. Ты, давай тут открывай персиану. Открывайте скорее персиану. Да. Сейчас будет у тебя подарочек. Осталось совсем немножко, сынок, да? Да. Сколько? Да, сейчас папочка тебя поднимет. А где твой стульчик? Вот он. Ну-ка, неси мам стульчик. Давай, поставим сюда стульчик. Ну-ка, покажи, как ты умеешь сам. Давай. Это все мешает? Да ладно, вставай, оно не мешает. Вставай, вставай. Давай. Бери номер 20. Ой, ну тут... Стой, стой, стой. Тут зацепилась. На. Сейчас спускайтесь. Пошли, сыночек, вниз. Спускайся. Спускаемся. Давай. Можешь сесть. Садись на стульчик. Вот так. И Пусяшка пришла. Ой, ты такой довольный. Вау. Вау, это Хадсон. Вау. Покажи, покажи. Нет, нельзя смотреть. Ставь. Вот. Ух ты. Какой крутой, сынок. Можно посмотреть? Дай маме посмотреть. Нет. Я посмотрю. И на камере покажу. Ручки убери. Ты маме даешь? Держи. Ах, ты ж маленький. Ты маме даешь, а папе нет? А можно я посмотрю? У нас еще есть шланг. Он такой милый. Только у него уже нет ничего. А шланга? Нет шланга. Сынок, где все остальные? Мама спрятала. Я пошла готовить завтрак. Да? Бассейн? В бассейне купаться? Ну, купайся. Прыгай в бассейн. Прыгай туда, в бассейн, с шариком. Снова прыгай он. Сынок, прыгай. Мишка косолапый полис. Я вчера пыталась инстаграм его заснять, но не получилось. Так, все, котик, кусочек выбирай, потому что он намерен идти другой подарочек открывать. Сыночек, завтра, малыш. Остальные завтра? Нет. Ваня. Давай пакетик уберем, Ну-ка, пошли. Пошли уберем, не, вон туда, пошли. Шкаф нужно убрать. Пошли в шкаф, уберем пакетик. Шкаф, сынок. Вот сюда, да. Туда, наверх. Да, вот так вот. Молодец. У нас вон там сложены все. Будешь еще машинками играть? Вся твоя коллекция. Вчера мама специально... Ванечке появился этот домик, я специально его взяла, чтобы вот все машинки... Одну машину не можем найти. Вот такого вот Маккуина, только не такого блестящего, как этот, а просто красного цвета. Все остальные машины. Да, чудо, что мы его вообще нашли. Да, чудо, что мы его вообще нашли. Согласна. Давай, выставляй их, сынок, ставь их все в ряд. У нас еще для них есть дорога вот такая вот. И здесь можно вот ездить. Так, ладно, я пошла готовить, кушать. Ну, на выходных-то мы с утра, 20 число, осталось совсем немножко. Сейчас будем готовить завтрак и чаек открывать. Давайте открою уже сразу. 20 число подходит к концу. Календарик наш. Так. И... Так, какой-то травяной чай. Это лайм, наверное, да? Сейчас надо будет почитать. Так, пожелание. Никого не слушайте, если чувствуете, что это ваше. Рискуйте. Вот так. Чай сейчас прочитаю. Латиноамериканского черно-зеленого. Угу. Спринг мате. Высоконарла. С чем это? Помогает снять усталость, бодрит и так далее. Аромата сочного лайма. Во, все. С лаймом. Зелененький травяной чай с лаймом. Класс. Будем сейчас его пить и готовить завтрак.
готов. У нас яичница с картошечкой и фасолькой, которая у нас осталась. Сверху сыр. У всех у нас все то же самое. Чай, хлеб. Ванюша недавно кушал кашу и так хорошо поел, поэтому у него йогурт. И хлеб. Ешь йогурт, потом я дам тебе хлеб. Всем приятного аппетита. Многие спрашивают, где Димочка? Где Димочка? Димочка зевает. Отлично. Мы отказываемся от йогурта, чтобы поесть. Что? Левушек. Правильно. А, с вином горячий. Так возьми снизу, это последний, который. Отломи ему кусочек. Мама. Мама. У нас была попытка посадить этого человека на беговед. Поехали! Может, все благодаря Диме и начнем кататься. Мы лошадь достали. Ай, класс! Только аккуратно, не шлепнитесь нигде. Все? Накатался? Давай, давай сам. Умничка, давай. Вот так, молодец. И ножками, ножками, ножками. Умница. Мама. Дима. Да. Да, Дима это у нас да. Давай. Ножками, ножками, ножками. Давай, сам сможешь? Не-не, ты его вези, но при этом, чтобы он ногами... Вот, вот, молодец. Он должен просто понять. Держись, держись, держись. Ты чего? Что? Что, лошадь заработала? Да. Ты еще помнишь ее? Ой. Помнишь ее, Варя? Садись на лошадь и поедешь. Смотри, ты тоже можешь нажимать, видишь? Он там и нажимает. А, не, он на звездочку нажимает. Садись, сынок, на лошадку. Садись. Да, она моргает. Садись. Ой, аккуратненько. Садись, сынок, на лошадку садись. Помнишь, Вань, ты раньше на ней катался? Пытался. Не, ну, другие. Вот так, все, давай, садись, сиди, сиди, сиди. Ладно. Не хочет. Страшно. Туда, он хочет туда. С Димой поедешь? Дима тебе поможет. Давай. Димась, посади его. Давай, ножку задирай. Давай. Стоит, он стоит, стоит, не бойся. Вот. Ой, ничего, ничего, ничего. Одной рукой. Я буду держать. Так, вот. Садись, сыночек. Куда ты хочешь? Давай. Вот, держись за руль. Молодец. И поехали. Ножками, перебирай ножками. Вот так, вот, вот, молодец. Вот, молодец. Я тебя здесь встречаю, давай. Давай. Ой, 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 ой. Класс, класс, молодец, сынок. Ура, получилось. Все, потерял страх. Ага, умница, а сынок. Поворачивай теперь, поворачивай. Все, не хочешь или хочешь? На лошадку? Так, не, так, на этой? Сам. Давай, едь. Ой, не врежьтесь. О, молодец, повернул. А теперь туда. Поворачивай. Сейчас его там встречат. Дима стряхивает пыль с моей беговой дорожки. Ваня закончил монтаж. И сыночек не дает ему вывести видео. Хочет его смотреть. Сам на себя смотрит. Ой, что это за звуки такие? Вот такой прикольный в этом халатике. Кстати, этот халатик точно такой же в коробочке с детскими вещами. У меня на YouTube-канале розыгрыш. Там пижамка и такой же халатик. Очень уютный, тепленький такой. Классный. Ну-ка, обнимешь папу? А поцелуй папочку. Поцелуешь папу? Папа, папа, поцелуй. Давай. Дай, целовай себе. Поцелуй папу. Вау!
Desde el borde de su cornisa, donde todo podía observar, el Grinch se sentía raro, aunque no lo sabía explicar. Quizá era la Navidad, con tanta alegría y demás. O recuerdos de un pasado al que no quería volver jamás. Нам будет Надю попросить, чтобы она нам это сделала, да? Манюшка их так хорошо кушает. И я тоже. Думаю, ему как раз нужно кушать все так вот. Ну, орехи. Я тоже кушаю. Нет. Было полное? Да, папочка сейчас принесет. Смотри, что несет. Коста? Гринч, кушай. Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Танцуй, сынок. Так смотрит. Интересно. Очень яркий, красивый. Смотрите на эту довольную мордочку. Я вас уделала уже второй. Давайте еще раз сыграем. Давайте. Вы это же? Я не могу это принимать. Поражение? То, что ты проиграл? Ну, вообще-то... Но мы будем в этот же играть? Или с закрытым полем. Но мне вот так вот больше нравится. Да? Нет. Можем 4 острова сделать. Давай. Мы 4 острова ни разу не играли. Давай 4 острова. Давайте. Попробуем? Да. Не, мы играли. Ты играли 4 острова? Да, когда мы тестировали. Да? Ну я уже не помню. Ну что, значит 4 острова? Да. Ну давайте делайте, я пошел чай делать. Еще. Делайте самое классное. Собирайте, раскладывайте. У меня было 11 очков, у Кати 14. Она выиграла. То, что я плохо начал. И у Димы сколько было? 0? Хотя начинаешь с 2. У него просто напали мятежники и забрали последние 2 балла. Ребята, знаете, кто выиграл? Вот, кто выиграл. Дима попросил, значит, он выиграл. Так что Дима выиграл. Ваня выиграл. Ну, я Ваня второе вообще место, уделал. Посмотрите вас на это, вот просто да, посмотрите вот на синий. Все это. Ваня красный. Ваня просто тут пристроился и... Я белыми, но у меня что-то совсем неудачно. А я тут старался. Ой, кстати, прикиньте, Надя с подружками тоже вот прям сейчас играет в Катан, как и мы. Да блин, классная игра. Для нас в комментариях. Я вижу, поставили комментарий, тавтологию, чтобы мы рассказали правила игры. Мы не можем разобраться. Но, ребят, вот тут вот в инструкции все прекрасно расписано. И написано. Да, так что это, я не вижу смысла рассказывать пол блога о правилах игры. Но игра классная. Мы в нее уже много времени играем, и не надоедает. Да. А с дополнением так вообще... Вообще супер. Супер-пупер. Дима только что-то недовольный. Что он все никак выиграть не может, бедняга. Все, ребята, мы сейчас будем убирать игру, посуду. Там посудомойку надо разобрать с чистой посудой. И все, будем отправляться спать. Всем огромное спасибо. И всем до завтра. Всем пока-пока. Пока-пока.